Целевой налог на богатство был бы лучшим способом закрыть государственные финансовые проблемы Великобритании, возникшие из-за коронавируса. Об этом заявили отраслевые эксперты. Они считают, что вместо увеличения подоходного налога или НДС, правительство должно рассмотреть варианты взыскания средств состоятельных граждан. Обложение этих домохозяйств налогом на дополнительный 1% выше порога в 1 миллион фунтов может привлечь 260 миллиардов в течение 5 лет. Казначейство заявило, что уже предприняло шаги для того, чтобы богатые платили соответствующую своему статусу долю налогов. Пандемия привела к резкому росту государственных расходов. Только в этом году правительство потратило 280 миллиардов фунтов на борьбу с COVID-19 и поддержку экономики Великобритании. В том числе 73 миллиарда фунтов на программы по сохранению рабочих мест. Специальная комиссия по налогу на богатство заявила, что увеличение этого налога было бы более справедливым, чем повышение налога на доходы, потребительские товары или увеличение страховых взносов. Есть заметные признаки того, что коронавирусный кризис уже увеличил неравенство доходов. Налоговая ставка в размере 1% в год будет распространяться на семьи, состоящие из 2 человек, с годовым доходом более 1 миллиона фунтов стерлингов. По предположению, она будет действовать в течение 5 лет. Это было бы равносильно повышению НДС на 6 пенсов или базовой ставке подоходного налога на 9 пенсов за тот же период. Единовременные налоги использовались и раньше после крупных кризисов, в том числе во Франции, Германии и Японии после Второй мировой войны, а также в Ирландии после мирового финансового кризиса. На этой неделе Аргентина приняла решение о введении аналогичного налога, чтобы оплатить медицинские поставки и меры по оказанию помощи в условиях продолжающейся пандемии. Целевой налог на состоятельных физических лиц не будет препятствовать экономической активности, и его будет очень трудно избежать, переведя деньги в офшоры или эмигрировав. Предлагаемый налог будет включать все активы, такие как недвижимость и пенсионные фонды, а также бизнес и финансовое состояние, но не будет учитывать долги, как, например, ипотеку. Подробнее об этом читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. Рождественское ралли. Ждет ли оно инвесторов в 2020 году? Основные тренды момента, сценарии фондового рынка, как сориентироваться в рынках и инструментах. Итоги осени 2020, перспективы новогоднего ралли. Красные зоны сегодняшнего дня. Новые возможности для частного инвестора. Портфель «Финверсия». Результаты инвестиционных идей и решений, которые озвучены на прошлых вебинарах. Прогнозы. Курс рубля. Курс доллара. Золото. Нефть. Какой стиль инвестиций выбрать в начале 2021 года? Возможность задать прямой вопрос финансовым экспертам. Инвестиционный вебинар Яна Арта в прямом эфире. 19 декабря в 18:00 по Москве. Партнер эфира – компания «Алга Капитал». Смотрите на канале «Финверсия ТВ».